Привет, народ! Мы продолжаем играть в Batman Arkham Knight, и это уже финал. Вот это настоящий финал. Мы запустим протокол Nightfall и увидим полноценный финал, который длится пару минут. Ролик там идет финальный, насколько я знаю. Что ж, ребят, вы готовы? Я готов, погнали. Осталось нажать на кнопку. This is Vicki Vale for GCN reporting live outside Wayne Manor following the dramatic unmasking of billionaire playboy Bruce Wayne. This is how it happened. This is how the Batman died. A friend once told me that criminals are a cowardly and superstitious lot. That the only way to beat them was to give them something to be scared of. I understand now. As his world grew darker, so did ours. When his war ended, our lives could begin again. He set us free to live, to love. There was an inquest, of course. Hundreds of suspects. Who killed Bruce Wayne? I guess we'll never know for sure. So what's next? Criminals are a cowardly and superstitious lot. What happens when they have nothing to be scared of? Who will protect Gotham now that the Batman is dead? Hey. Whoa, whoa, whoa! No one's coming, lady. Take his wallet.
Hey, freak! Maybe you missed the news! Batman's dead! That look don't scare us no more! What the hell? Собственно... Поздравляем весь коллектив Rocksteady Studios благодарит вас за игру в Batman Рыцарь Архима. Большой коллектив какой. Что же, ребята, мы с вами прошли игру на все 100%. Мы с вами молодцы. И мы с вами открыли, видите, витрину на 100%. То есть, ну, считай, мы прошли игру полностью. Я знаю, вы просили меня пройти хоть одну игру на 100%, ну, некоторые из вас. И я это сделал, ну, не по желанию, по собственному, а по нужде в данном случае. Потому что иначе бы я просто не получил концовку. Что же, ребят, можете отпраздновать. Я все прошел. Теперь самое время показать вам всякие дополнительные плюшки, которые были в игре, типа истории героев, звукозаписей, витрины. Как видите, у нас максимум здесь собраны. Также то же самое с всей информацией по злодеям. Так что, ребята, ждите. Вы увидите полную биографию просто всех, кто в этой игре занесен. Что же, спасибо за просмотр. Можете ставить лайки, подписываться на канал, если вы просто так зашли. Нас ждут еще много новых потрясающих игр. И информация по тому, какие новые игры нас ждут в ближайшем будущем, можно узнать на моем сайте, он есть в описании. Спасибо за просмотр и пока! Но это еще не конец.